Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Собаки, как и люди, любят полакомиться чем-нибудь вкусненьким. А если угощение еще и полезное, то и удовольствие от приема такой пищи в несколько раз больше. В этом выпуске мы расскажем вам, какие ягоды можно и нужно давать своей собаке. Если вы давно искали для своей собаки вкусное и полезное лакомство, обратите свое внимание на определенные безопасные для лающих виды ягод. Употребление таких ягод может принести вашему питомцу огромную пользу в виде концентрации антиоксидантов и полезных витаминов. Правда, не забывайте о том, что все хорошо в меру. Оптимальное количество ягод для собаки в день 2-3 штуки. Какие ягоды можно и нужно давать лающему другу? Итак, давайте подробнее рассмотрим 4 самые полезные для собак вида ягод. Черника – богатейший источник марганца. Ни одна другая ягода не может превзойти ее по содержанию этого микроэлемента. Эту ягоду специалисты особенно рекомендуют животным, страдающим заболеваниями печени и расстройствами кишечника. Также черника хорошо помогает собакам-диабетикам. Эта ягода способствует снижению уровня сахара в крови. Голубика – ягода, богатая витамином К. Этот витамин важен для здоровья костной системы и нормальной свертываемости крови у животных. Кроме этого, голубика в большом количестве содержит витамин С, отвечающий за рост и восстановление мышц, хорошее состояние кровеносных сосудов, десен и зубов. Также эта ягода является источником полезной клетчатки, необходимой для стабильной работы желудочно-кишечного тракта животных и содержит вещества, борющиеся с диабетом второго типа. Брусника в большом количестве содержит витамин А и витамин С. Эта ягода обладает отличными противовоспалительными свойствами и замечательно укрепляет иммунитет животного. Особенно полезно употребление брусники при пониженной кислотности желудка и авитаминозе у собаки. Витамин С, содержащийся в клюкве, является мощным антиоксидантом. Клюква предотвращает развитие вредной микрофлоры в мочевыделительной системе животного, хорошо защищает от инфекций мочевыводящих путей и регулирует кислотность мочи. Кроме этого, клюква считается хорошим кишечным антисептиком. Перечисленные виды ягод полезны не только для людей, но и для собак. Перед тем, как давать эти ягоды своему питомцу, обязательно тщательно промойте их и следите за реакцией своего любимца на предложенное лакомство. Если вдруг собака отказалась от угощения, не стоит ее заставлять. Возможно, ей придется по вкусу другой полезный вид ягод. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!